как сделать фонарь Джека. Ну, например, такой. Элементарно. Сейчас покажу как. Мое имя Дарья, я автор канала Адарка Влог. Для начала нужно выбрать тыкву. Тут все просто. Какая понравилась, ту и надо брать. Но есть один нюанс. Если хотите, чтобы она долго не увядала и не сморщилась за пару дней, тогда нужно выбирать декоративные сорта. Их множество различных фактур, цветов, форм. Формы, кстати, бывают очень причудливыми. У декоративных тыкв жесткая кожура и мало мякоти. За счет этого они и долго хранятся. Такие тыквы хороши для поделок и декорирования интерьеров. Но каши с ними не сваришь. Поэтому, если вы из фонаря Джека потом планируете приготовить что-нибудь вкусненькое, то нужно брать какой-нибудь съедобный сорт. Так я и сделала, выбрала съедобные тыквы, но не просто съедобные, а еще и самые красивые. Вот такая желтая и такая розовая, нереально розового цвета. Мне кажется, это самые красивые тыквы. Ну, из тех, которые мне попались на глаза, так уж точно. Прям модельной внешности эти тыквы. Такие очень фотогеничные должны получиться. Ну, посмотрим. Очень тяжелые. Это где-то 3,5 килограмма, а это 2400. Положу, пока не выронила. Ой, очень тяжелая. Хоть бы не разбить раньше срока. Когда тыква выбрана, нужно определиться с узором. И если фантазия покинула чат, тогда интернет нам в помощь. Гуглим «тыква на Хэллоуин» или «рисунок для тыквы», листаем и вдохновляемся. В интернете просто гигабайты вдохновения. Есть и готовые эскизы, которые можно просто распечатать, если совсем уж туго с рисованием. Я распечатывать не стала, но для образца нарисовала. За основу взяла вот это вот привидение. Смотрите, похоже? Мне кажется, эта футболка вообще сегодня в тему. Чтобы вырезать фонарь Джека, кроме самой тыквы, нам понадобится нож. Чем уже у него лезвие, тем изящнее получатся линии. Ну, на крайняк и такой тесак сойдет. Правда, будет немного топорненько, ну да ладно. Ложка, чтобы извлечь семена и мякоть. Тарелка, куда мы будем их извлекать. Ручка или маркер, чтобы нарисовать эскиз. Если будете использовать трафарет, тогда еще скотч, чтобы приклеить рисунок. И шило или иголка, которыми можно разметить основные линии. Если есть, подойдет и канцелярский нож, еще нужна свеча и, конечно, фантазия и вдохновение. Чтобы нанести узор с помощью трафарета, мы его приклеиваем к тыкве, потом по контуру рисунка прокалываем иголкой и соединяем эти точки. А можно просто нарисовать его ручкой или маркером. Я так и сделаю. Когда рисунок готов, можно вырезать. Для начала делаем крышку. На такой тыкве ее можно ровно срезать, а на этой вырезаем под углом, чтобы она не проваливалась. Затем с помощью ложки извлекаем семена и мякоть, но руками это делать быстрее и удобнее. Теперь переходим непосредственно к рисунку. Вырезать начинаем с крупных деталей и постепенно переходим к более мелким. Последний штрих – свеча. Вот что у нас получилось.
Ну-ка, признавайтесь, захотелось сделать нечто подобное? Веселого Хэллоуина! Пока!